Извините. Ты что-то много извиняешься. Да у меня что-то к новейше настроено, как у чмыря какого. Почему? Ефимий, кулаки раздай, пока диплом каски пепер кисты. Чувствую, сегодня две РС-ки убьем, да? Как минимум. Уже вторая. Не, я имею в виду сегодня. Вряд ли. Если Джейми пойдет. Я что, какой-то решающий фактор? Если Джейми будет, мы же ты убьем. Пацаны, это так приятно, когда вы так думаете. Ну просто у нас дефицит БДК, протопалов, холипалов, и у тебя все это есть. Еще и по два раза. Как горн, в какой он ветке находится, куда его нажимать? Так, и вот это идет. А притяжка нашел, все, не надо подсказывать. Подсказывает это. Я вообще пришел в целка, хотел в обычку сходить, ну или куда-нибудь. Сейчас будет через 10 минут что-то пальчиться. А еще у кого-то есть танк аспект на босса, на болтара? Да я могу сам двоих потанчить. Первого и третьего, например. Есть, но я, как всегда, не опытен. Пора бы уже опыта набираться, ребята. Да? Мувики будет зачем пишет. Да. Открывайте канал, смотрите за БДК игру. Страшно. Ничего страшного. Давайте, спойте гимноману. Да, гимноману, я тотем поставлю. Ну и нер залил, короче. Моя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты придешь. Луковица какая-то. Чиполлино. Надо подождать. Погоняло было одного итальянца Чиполлино. Готовил торт, короче. Я его попробовал, это Сникерс. Лол, да ты что, Сникерс сделал? О, сейчас будет плохо, давай Сакру. Дайте рост просто и все. Ну какой рост под стаками, шаншот. Бьем на отхил, давайте. Бейте возле звездочки двух гвардейцев. Они тебя не будут убивать, танчи, танчи. Ну и нет. Сорян. Зачем было агрить второй пак? Там кого-то, по-моему, откинуло в него. Тактику на профа 25 гер не знает, значит. Целка не поднимет. Это все из-за того, что у Джейми клавиши не настроены. Если было бы настроено, все, мы бы не упали. Да я настроил еще, всех мобов на себя забрал, так у вас что-то в 4 хила протопал умер. А, ну тогда надо мне в хила, наверное, да? Ну что, потому что один мобов и полрейда уже упал. Thank you.
Маги, дайте столик, 80 штруделей возьму. Тыкайте в белый вот этот портал. У меня уже достаточно таких предметов. Краски, диплом. Финио, кулак. Раздаю кулаки. Мавчик, дайте. Кому там еще кулак, скажи? Поставьте, пожалуйста, маму, а то рейди закончились. Нишка, поставь шкаф. Видел, короче, на Сирусе ник у приста Акумен, блять. И где десятку собирал, или ВК. Классно. Я как будто он это слово сам придумал. Не знаю, я просто подумал, Бибоп на Сирусе играет. Молодцы, молодец, Шаман, что ты тем это там ставишь, бейте звезду все. Видишь, стрит, трэш, короче. Зачем я сейчас... Ну, не понял, зачем ты туда пошел? Они перестали агриться. Звезду бейте. Питкин что-то писал или нет? У кого какая сегодня температура днем была? Только не говорите 36,6. 9 градусов. Ну, я в 11 проснулся, меня погнали в магазин, у меня было 18. В принципе, столько же, сколько и сантиметров. Да у меня 27, а сантиметров 25. Чё, меньше стал? Не, почему? Вчера видел картинку, или когда-то мемы ВКонтакте, типа стена ледяных ходоков. Новосибирск 8 градусов, а все вокруг города там по 25, по 29. Какой-то циклон у вас. Так я и говорю, сегодня 27, я на даче загорал, у меня руки красные. Я еще думал с утра, что плюс 17, ну с утра плюс 17 вроде было, хоп, ну днем там с 11 до, ну вот сейчас считаю, плюс 27 лет. У нас тоже сегодня нормально, завтра уже все походу. Синдин пытается убедить, что у него только хил аспект. Я думаю, надо прислушаться к этому. Ну так я думал, он не ошиб. У него ПВП ШП, я не знаю, почему он стесняется быть в ПВП ШП. Теперь есть ретрик? Апис есть, ДД? Сова есть. Давай спеклись в сову, первый ретрика. Потом, ну, 5 хилов слишком много, 2 достаточно. Только я релогнусь, я дон поставлю. Давай. Там тип просит с ума. Давайте еще раз шкаф. Шкаф стоит сзади. Поставил рыбу, ешьте.
А мне дадут лед, если я в другом конце инста буду? Да. Тыкните, Суман. Тыкните, Суман, я что-то случайно сбил, извините. Каску поваром лапу. Этому сервак и дохнешь, что голосовать за него нельзя. Уже в поиске серверового вводишь, короче, серкл на третьем, что ли, месте. Ну да. Каску по пристам. И интеллект. Лад пороги. А Сирус? По-моему, Вов там сейчас в гугле на первом месте. Сирус, блять, на первом. На первом месте? Да. Не, Джейми что-то наврёт. У Вов, по-моему. Сирус. Видите, в гугле просто видите в гугле бесплатный сервер Вов. Да у Вов говно пидорс. Согласен. Да, пойдем, значит. Там нету X1, там, по-моему, X10 самый маленький. Да, не пойдем. Кто-то не выбежал. Сука, сама головой вниз плывет. Да ты заебешь. Подбегу, короче, на пару минут, если что, начинайте, босса. Не, наконец. Срочно. Давай тогда, Джейми, ты босс и вторую копию, диплом первую. Диплом прожмешь сакру на второй копии. Каплю на неожиданно для тебя кинешь. Агрик. Да. Там босс, когда вихрь юзает, он будет бежать на тебя, ты что? Смотри. Все время бежит, в смысле? Да, все время. Сейчас увидишь. Видишь? Охуенно, большое спасибо. Ребята, я не хочу уже сам танчить. Так, кстати, я как-то не подумал об этом. Тогда надо со стаками расходиться. Страдание. Ладно, сейчас посмотрим. Давайте, на ком будет дебафы, мелики. Вы разбегайтесь в разные стороны. Этот хулипал хилит. Сейчас дашь саку. Давай саку. И каплю на я же люблю тебя. Что-то как-то у меня ДКшная эта хуйня не копится практически. Thank you.
Спасибо. Без вас я бы долго не продержался. Здесь произошли страшные события. Так, Кристи, давайте гимноману тотем поставлю. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы, братья, гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Я могу тут слева пару мобов забрать на себя первую волну. Что если в два танка будем танчить? Да, там у нас проблем не будет. Тут замешано. А друиды могут усыплять драконов, да? В самом начале. Да, и корни кидать. Песню петь. Колыбельную. Ну вот эту спячка или что это будет? Есть, есть, но. Прочитаем, что там написано. Эти захватчики. Но так, спячка. Точно. Драконов, да. Их нужно что может усыпляет, заебись. Блин. А, главное, чтобы урон не шел по нему, смысл. А ты где будешь танчить, слева? Там эльфиня, кидай покаяние на моба справа, о, молодец. Я мог бы спикнуться тогда, если что. Да ладно, не надо. Я да, могу забрать на себя одного моба, двух могу забрать. Я контроль кину одного, наверное. Кидая корни на одного, на второго спячку, эльфиня, слева тоже на моба кинешь покаяние. Вот, звезду кидай покаяние. Даю. Попробуй. О, все. Это застанет, сейчас выйдет из стана. Попробуй покаяние, не катит покаяние? Покаяние не будет катить. А, не катит. Ладно. Забери моба шамана, друг. Ну то, что в рейде, он это вот хуёво. Сколько запах не дашь. Корни ещё покидай на трову. Квадрат кто-нибудь поконтрольте. Попробуй по пьяни на квадрат. Я кинул корни на квадрат следующего контроля. Лучше бы вы дамажили, конечно. У меня 5 стаков, вообще 3 миллиона у вас. Диплом кинь каплю, но я же люблю тебя. Сакру прожми. Лям, не ссы. Сейчас смотри, умирает. Хилет, сука. Написали в РК, кто на кого ролит, на какой спек. Теперь первая, вторая партия тьма. Первая, вторая тьма. Танчит «Я же люблю тебя». Третья, четвертая свет. Танчит диплом. Тьма, все хилы. Там Синдин подиспелишь во тьме. Чек. Где мне стоять? Здесь же чуть-чуть проявлее, чем свет. В Гере. Вообще пофиг. Можешь вообще с нашей стороны начать. Тьму, хиль Синдин, там диспель. Я свет похилю. Эти бафы по вару. Слышь, Рома, сможешь от нас побежать и начать босса, чтобы он не двинулся? Я смогу, конечно, но только он может клипом ударить. Да блять, как мы окажемся вперед тебя, если ты на коне? Так у него там клиф какой-то радиус уже далеко имеет, может 15 не, метров. Не. Пеппер, ты тут? Скажите Синдину, что он во тьме хилит и диспелит. Он не в РК. Еще раз, какие пати во тьме и во свету? Первая, вторая, тьма, третья, четвертая, свет. Да, понял. Он 10 секунд с пулой клива мне бьет вроде как, или больше. Так, вот пул. Стойте, звездочки. А что, я ж тьму танчу, да? Да.
Можем постопать дамаг, чтобы откатилась рост. Весело. Бежали. Не надо голема ловить или тут нет голема? Да, лови, лови. Нету здесь големов. Вот так нужно делать. Видишь, хоп. Хоп. Звездочка ходит в луже. Пеппер, давай под в одну точку свежий люблю. Встань, посмотрим, криво это или нет. Не страшно просто. Ну-ка, дыхание. Я умер. Войд, подымай Андрикса. Сейчас будет метеор. Давайте звезде бафы. Нинеры, побежали. Бежите, сейчас фаза будет там лужи. Смотрите аккуратно. Я захожу. Заходи, диплом, останься. Каску дай там на меня. Хорошо, он сейчас ставится, да? Да есть каска у тебя. Два уже. Не вижу, вижу все. Блин, а как дыхание сразу сложило? Это ё-моё. Так оно 40 тысяч пили. Эти бычка. Бычки 40. Герри, он 60 там, 50 берет. Диплом, убери эритреауру и поставь огненную. 37-43, короче, в обычке. Ой, короче, там еще выйдите, дадите лапу и интеллект. И вроде бы все. Эльфиния, дашь крест по звезде. Ты в свету? Да, я все. Выйду, да. Хорошо. Я забыл, третья пати во тьме. Свет. 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 И четвертая свет. Фаза пошла, выходим. О, блин, Артсекс умер. Дайте лапу интеллект. Свет. Суслятинка, вы на семетку встанете в звезду все. Даю рост. Побежали. А, блин, роста КД. Да, без роста. А, ну ты умер, наверное, потому что... Нет. Пипер, что там? У кого-то кралька разговаривает. Побежали, метеор. Так, 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 что там мне надо было сделать? Мунштук, давай гимноману. 20 секунд гим. Половина. Мид, метка. Кому не жалко, зайдите во тьму подамажьте, там что-то дамага мало. Побежали, метеор. 60 все время. Колесо на хила. Мой господин, этот мир сгинет. Чишка на танка. Здорово. Будут еще рейды какие-то? Да, заходи. Ссылка. Да, ссылка. Да, или чешка. Кем? Ой, я фуриком пойду.